Сегодня день у нас хоть и немного пасмурный, зато отчетливо видны горы. Мы сейчас с вами на 16-м, ребята, этаже. Пришли сюда посмотреть, какой этап чернового ремонта здесь проходит. Давайте вам покажем двухкомнатную квартиру площадью 51, по-моему, квадратный метр. То есть вот таким вот образом сделали планировку квартиры. Соответственно, здесь видите трассы кондиционера. Далее вот это у нас получается санузел. Сейчас ребята обсуждают, как чего делать по планировке, по проекту водоснабжения, отопления и канализацию. Вот такая вот спальная комната. Везде электропроводку как раз ребята доделали. И уже приступаем к отоплению. Да? Ну, давайте посмотрим, какое у нас здесь электрощитовая. Шнайдер автоматы. Это под теплый пол. Далее вот это у нас уже кухонная зона. Вот. Это площадь квартиры 51 квадратный метр. Ребят, есть квартира, которую я вам хотел сейчас показать. Она находится на 14 этаже. И у нее офигенный вид на горы. Пойдемте посмотрим, я вам ее покажу. Она находится в продаже. Итак, мы спустились на 14 этаж. Черновая квартира, такая же двухкомнатная, 51 квадратный метр. Если с балконом, то 54. Свободная планировка, то есть здесь у нас окна выходят на школу. Ребят, школа здесь в пешей доступности в жилом комплексе Адлер. Вот она. Раз, не надо будет ребенку даже переходить проезжую часть, что в принципе очень даже хорошо. Ну и вот такой вот отличный вид на горы. Сейчас проводят многие здесь ремонт. Окна тонированные, кстати. Так, здесь можно выделить санузел, кухня и два входа, то есть какой из них вы заложите для того, чтобы оставить под спальную комнату, либо зал, как вам будет угодно. Здесь сбоку мы видим жилой комплекс «Континент» и вот такой вот боковой вид на море. Все в пешей доступности, в том числе и наш офис по ремонту. Прямой вид получается у вас на гору. Прям красивый вид, ну согласитесь. Вот, и если многие просили... Сейчас выйдем с вами на балкон. Если многие просили квартиру именно с панорамным остеклением, то вот, пожалуйста, есть подобный вариант. Стоит эта квартира 13 миллионов рублей. 240 тысяч за квадратный метр. Для сданного жилья это очень даже хорошая, неплохая цена. Поэтому напишите в комментариях, как вам это предложение. Напомню, что вот, например, Гринтаун. Вот если мы видим, вот этот вот, вот он коричневый, да? Второй дом построенный. Там цена от 240 тысяч, но на втором этаже. Здесь уже ближе на километр. А здесь ближе к морю, соответственно, есть возможность сдачи подобной квартиры в посуточную аренду. Там, в принципе, мало кто будет снимать. Ну и, конечно, инфраструктура этого комплекса, она, в принципе, очень даже неплохая. Например, есть детская игровая площадка, въездные ворота у нас под огорожены, то есть по звонку заезд, парковка с другой стороны. Под нашим зданием есть магазин «Перекресток». Ну и садик в той стороне, садик в противоположной стороне. Все необходимые магазины для инфраструктуры, для жизни, они здесь присутствуют. Поэтому очень хорошее предложение. Не надо ждать, например, флору, не надо ждать летний, например. Это даже дешевле, чем предложение в Кудепсте. Район не так уж и лучше, чем этот, например, да? Рядом получается у нас Сент-Тропе, например, да? Там ценник куда выше, чем вот это вот предложение. В данном доме здесь все по счетчикам. Отопление по счетчикам, газовая котельная не будет дорогим, как вот в этих вот панельных домах, например. То есть в данном доме уже жилой, остается тут не так уж много квартир недоделанных, и вы уже будете жить, а не ждать какую-то стройку и уже пользоваться этой квартирой. 13 миллионов, ребят, пишите в комментариях, как вам это предложение, и оставайтесь с нами на канале. Вот, смотрите, магазин «Перекресток», барбершоп у нас здесь, кофе продают. Так вот выглядит дом. Там у нас получается парковка.
Так, вернулись мы в офис. И, ребят, давайте я по ремонту отвечу на очень важные вопросы, которые очень часто задают. Особенно для новых подписчиков, думаю, будет очень полезно и интересно. Например, как быстро мы приступаем к ремонту. Если вы с нами заключаете договор, то в течение буквально 2-3 дней мы по возможности получения ключей приезжаем в вашу квартиру, в ваш жилой комплекс, делаем необходимые замеры, так как у нас планировочное решение входит в стоимость, и мы им пользуемся. Соответственно, необходимо определенное время для того, чтобы составить это планировочное решение. Обычно это занимает, ну, примерно до 5 дней. После этого мы формируем заказ на все черновые материалы, завозим и приступаем буквально через 2 дня. То есть вот с момента обращения к нам, буквально через неделю мы готовы уже будем приступить к фактическому ремонту. Еще очень важный вопрос – это зачем нужен теплый пол? Ребят, у кого есть газовое отопление, индивидуальное газовое отопление, то я бы, конечно, рекомендовал. Ну, первое – это практичность. Второе – это отсутствие батарей, которые могут помешать, особенно в маленьких каких-то площадях, где каждый сантиметр очень важен, и, соответственно, это будет все дело мешаться. Поэтому теплый пол, у кого нету газового котла, можно сделать и электрический, но я бы здесь рекомендовал обязательно именно в мокрых зонах. Например, это ванной обязательно, я то же самое сделал, переделал даже, да, дополнил, и в коридоре, потому что, несмотря на то, что у нас теплая зима, как бы, да, но все равно бывает сырая обувь, или, допустим, в ванной, если не подогревать ее, не просушивать, как бы, как положено, то, конечно, теплый пол там будет очень хорошо, особенно если у вас дети, которые плескаются, там может быть влажный пол. Срок чистового и чернового ремонта. Какой он? Вы знаете, мы в договоре прописываем 1,5 месяца – это срок чернового ремонта. Но в каких-то, если не бывает каких-то форс-мажорных обстоятельств, мы его делаем даже быстрее. Вот. А чистовой ремонт, он зависит от сложности вашего ремонта. Например, если мы подготавливаем, например, стены под обои, это один этап работы, да? Если мы делаем под покраску, это более сложная работа. Если у вас есть желание натянуть просто потолок, сделать натяжной потолок, да, или нужно будет делать какой-то двухуровневый из гипсокартона, это усложняет. Поэтому мы смотрим от проекта, но закладываем примерно около 2 месяцев. Почему? Потому что еще нужно учесть такой очень важный момент – это наличие материала. Очень часто наши заказчики начинают этот материал заказывать дистанционно и отправлять нам с деком, перевозками, кто-то где-то заказывает. И мы ждем, пока в Сочи привезут ту же самую плитку какую-нибудь, да, или какую-нибудь сантехнику. Поэтому срок чистового ремонта, он уже зависит от сложности вашего ремонта и наличия материалов. Так, дальше. Можем ли мы помочь приобрести вот весь чистовой материал? Так как у нас входит черновой уже в стоимость квадратного метра, напомню, от 14 тысяч за квадратный метр, вот, то чистовой материал вы закупаете самостоятельно. Конечно, у нас есть здесь сетевые магазины, это торговый центр Подкова, Аллея, есть и в центральном Сочи рынок, там, где можно что-то в наличии найти, вот, и плитку тоже заказать, которая, возможно, есть что-то на складах в наличии. Мы это можем сделать для наших клиентов с учетом сложности и наличия ремонта, сложности ремонта и наличия материалов, можно заказать. И здесь я бы посоветовал людям принимать решение, так сказать, оптом, да, то есть вы сначала, перед началом чистового ремонта, определитесь, какие у вас будут материалы точно, да, посмотрите, есть ли они здесь хотя бы в наличии. И вот прораб уже может, в принципе, съездить, пофотографировать вам какие-то материалы, из которых там обои, например, либо там ламинат, например, плитку ту же, да, и подобрать именно то, что вам нужно. Но желательно это сделать сразу, то есть мы полностью закупаем весь материал, как вот мы на нашем канале показывали, когда мы ездили с заказчицей, вот, полностью всю квартиру, все необходимые двери, там, плинтуса, плитку, ламинат, такие вот вещи, сантехнику, чтобы это было сразу, чтобы наши ремонтники не зависели от таких обстоятельств, как ожидание какого-то материала, когда его там привезут и так далее. Такую услугу мы предоставляем, конечно же, для наших клиентов.
Как производится оплата за ремонт? Ребят, у нас в договоре прописано, есть расчетный счет, вы можете перевести деньги также на карту и получить от нас чек, естественно, мы можем отчитаться для вас полностью, весь пакет документов для того, чтобы вы получили налоговый вычет, 13%, очень многие к нам и обращаются за этим, вот, и поэтому... По поводу перечисления здесь никаких денег, ну, никаких сложностей нету, даже если вы находитесь не в Сочи. Что касается, как и какими этапами мы это делаем, на фоне, допустим, любого договора мы делим всю полностью вот сумму, которая составляется, например, грубо говоря, там 500 тысяч, мы ее делим на 5 частей. Поэтому оплата производится после того, как мы отчитываемся перед клиентом, что мы что-то сделали. Поэтому вы насчет этого страхуйтесь. Я надеюсь, такое полезное видео вопрос-ответ вам понравился. Если у вас возникают вопросы дополнительные какие-то, вы пишите, пожалуйста, в комментариях. С удовольствием я отвечу на любой ваш вопрос. Не забудьте о том, что у нас есть сайт masterhouse.pro. Всегда под нашим любым видео в описании либо в комментарии есть на него ссылочка. Перейдите, там море полезной информации. И на канале Master House, если выходит видео, на сайте оно автоматически отображается. Поэтому мы держим два канала. Переехали в Сочи основной, на котором много полезной информации в качестве общей информации о Сочи, о переезде и так далее. И о недвижимости в том числе. И, конечно же, о ремонтах. Поставьте лайк, подписывайтесь. Жду ваши комментарии. Всем удачи, пока.